Ну а в день военно-морского флота семьи могут поучаствовать в костюмированном шоу. По традиции его организовывает НТЦ «Звездочка». Конкурс костюмов посвящен морской тематике. Горожанам предложат пройти вместе с царем Нептуном и поучаствовать в морской фабрике звезд, спеть песню, исполнить танец, сыграть сценку. Возраст участников шоу от 14 лет. Одно условие – костюмы должны соответствовать тематике. Это могут быть медузы, морские звезды, коньки всевозможные морские, рыбки затейливые. Ну и, конечно же, могут быть русалки, могут быть каракатицы, а могут быть пираты. Поэтому все в вашей власти. В прошлом году было немного участников. Были шляпки с морской тематикой, были зонтики с морской тематикой. Вот. Но в этом году хотелось бы, чтобы люди более активно отнеслись к этому нашему предложению. Ну а если создать костюм для вас – дело трудоемкое, можно ограничиться вот такими реквизитами. Стать участником костюмированного шоу можно до 24 июля. Свои заявки подавайте по телефонам, указанным на экране.